Итак, дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем прокачивать нашего персонажа в этой невероятной, великолепной просто игре Мир М, Vanguard and Vagabond. Это, кстати, NFT-проект, в котором можно зарабатывать реальные деньги. Все необходимые ссылки для этого вы найдете в описании к видео. Также ссылка на Binance. Тоже заходите, регистрируйтесь, смотрите. А мы продолжаем нашу великолепную игру. Поехали! Так, вежливый Нефариокс, получить кости Нефариокса? Нормально так. Получить вежливую кость вежливого Нефариокса. Так, а что у нас там по температуре? Эй, 65 градусов, нормально. Нормально, нормально.
Так, а что тут еще? Не понял. Вроде все получил. Ну да. Что мы пришли, да? Давай. Алло. Мгновенное завершение убийства редких чудовищ. Идти. Thank you.
Фрагмент взорвавшейся книги навыка является мотивом всю жизнь. Навык и жизнь. Воитель, заклинатель, обычный ранг. Воитель. Даос. Алхимия, тайный том. Шаровой мул. Что здесь перейти? А, еще пока ничего создать не могу, у меня не хватает этих. Осколок берила, фрагмент берила. Мне еще надо. Шанс успеха. Ага. Мне еще надо собирать ресурсы. Так, а что тут у нас? А? Угу. Переместиться в некрополь великого вождя. Гроб Нефреокса, задание выполнено. Окей. Двери ада откроются. Скелет Хабри. И вы тоже часть этого фрагмента. Ну, победить скелета храбреца. Йо-то. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ай-яй! Чё ты такие жирные? Хотя он не такой уж и жёсткий. Кажется. Сейчас полечимся, думаю. Лечись. Так, у меня еще есть эти зелья приворотные. Thank you.
Отлично. О, 27 уровень уже, круто. Исправившись запись, проверить тайную долину Бичона. Умничка, красиво, пацан. Расхититель могил Ингун. Вы так внезапно ушли, что я сам испугался. А раз вы вернулись, вы же не живой мертвец, как Нефариокс. Ага, понятно. Значит, есть мощное проклятие, воскрешающее скелеты Нефариоксов. Понятно. Не пойду пока внутрь, пока мне хватит. Воин, вы не пострадали? Поведение нефриоксов ничего не изменилось. С того момента, как вы зашли в пещеру, они даже немного успокоились. Благодаря вам у нас появилось время перегруппироваться. Спасибо за помощь. Удачной дороги.
А, вы хорошо отдохнули. После того, как вы вернулись с поля боя, к нам стало приходить больше добровольцев. Ха-ха. Наверное, все хотят посмотреть на ваши способности. Догин попросил вас обязательно заглянуть к нему перед тем, как вы отправитесь в следующий район. Если вы заняты, не могли бы вы... если вы не заняты, не могли бы вы с ним встретиться. Окей. Капитан Стражников мне все рассказал. Вы проделали отличную работу. Обычный человек бы не справился с такой задачей. А позвал я вас вот по какой причине. Я все приготовил, давайте поднимемся. Потрясающе! Вы проделали восхитительную работу. Даже сам король, да и я, услышав о вас, так удивился. Министр обороны снова искал вас. Встреча может быть немного обременительной, и все же встретитесь с ним. А вы... так вы тот герой? Я слышал, как вы прогнали этих негодяев, верно? Все мастеры боевых искусств такие же ответственные и сильные молодые люди, как вы? Наверное. Мы многое сделали, хоть мы работаем в неприступных условиях, в непростых условиях в скором времени. Мы приведем в порядок Бичон и вернем силу, которая поможет восстановить мир на всем континенте. Конечно же, мы бы не хотели, чтобы вы были тогда с нами. Поэтому я бы хотел сделать вам предложение. Мне бы хотелось, чтобы вы были тогда с нами. Ёлки-палки. Не могли бы вы сходить в лес бычьей стороны? Помогите нашим драконианцам, которые сталкиваются с большим количеством опасностей. Может просто передать мои слова капитану отряда защиты леса бычьей стороны. Скажите, что я послал того, кто совершит большие подвиги. Бычий лес. Вы же не ненавидите меня за то, что я так много болтаю. А ладно, идите. Окей. Смех министра обороны слышен даже здесь. Похоже, вы ему очень понравились. Вы отправляетесь в лес бычьей стороны. Я готовился помочь им еще до того, как вы пришли. Помимо нефериоксов, там есть сектанты, принявшие религию другой расы. Остерегайтесь их. Окей. Получить задание. Здравствуйте, я много о вас слышал. Скоро вас ждет следующая миссия. Пока вас не было, вас кто искал. Вы теперь настоящая знаменитость. Кстати, инструктор новичков тоже хотел вас видеть. Окей. Местная суперзвезда.
Простите, что отвлекаю. Я слышал, скоро вы отправляетесь на следующую миссию. Книжку дали. И вы, наконец-то, тут. Есть один человек, который хотел бы встретиться с вами до вашего отъезда. Вы же с ним встретитесь? Он не опасен. Хорошо. Так, книжку дали. Книжку. Это что такое? Ага. Применить навык. Окей. Плюс один. Примени... А я могу открыть еще, типа? У меня 4. Подожди, а сколько у меня всего? А, 4, ну да. А где? Стоять! Здравствуйте, я Хва Турён из дома Давон. Так как вы направляетесь в лес бычьей стороны, у меня есть к вам одна просьба. Простите меня за мою грубость. Дело в том, что многие слуги дома Давон приняли религию другой расы и не возвращаются. Даже рабочий, который был послан за ними, не вернулся. Раз вы идете в лес, посмотрите, что там происходит, пожалуйста. Окей. Так, стоп, вот. Точно. Я-то могу, конечно, прокачать, но лучше, наверное, что-то шаровая молния, не изучена цепная молния. А что лучше? Расход. Перезарядка. Урон магии. Ну вот это круче будет получаться. Да. Давай вот это. Применить навык. А что такое? Изменение настройки. Что? А, я не могу пока изучить, стоп. Ну ладно. Удары. Закрыто пока. Что здесь? Ничего не понял. Ну типа окей. Завершено. А где книга? Моя книга. Мне книгу там давали, я что-то не веду, где она. Так, вот же она. Источник, рынок, удалить. Атакует одного врага мощным ударом молнии. Так, ладно. Ладно. Это что? Применение. Фрагмент оторвавшейся книги. Алхимия. Заклинатель. Книга навыка перейти. Ага, у меня ресурсов пока не хватает, ладно. Требуется уровень головная боль. Развитие. Задание. Поручение. Мысли 30 уровень. Задание перейти. Мне не хватает типа уровня. Руководство по развитию, ладно. Подождите. Открытое поле, выделяемое на основе уровня. Давай. А? Поле долины Гинхо, заброшенное. Мне еще прокачиваться надо, типа? Трофеи. Давайте больше. Автоохота, окей. Посмотреть карту, посмотреть награды. Да ладно. Нам 30 уровень нужен. Хм.
А давайте повыполняем, наверное, сначала эти, подождите, дополнительные задания. Что это у меня такое? Выполните дополнительное задание. Авто... А где оно? А как перейти? А, вот. Получи задание. А это не переходит, побочные миссии. О, уже получи задание. Может, повыполнять их все? Поговорить со старостой. А что он мне даст? Так. Староста, дружба. А, это вы? Вовремя. Я как раз хотел попросить вас кое-что сделать. Окей. Это древнее дерево Гинхо стояло здесь еще задолго до появления деревни, поэтому все местные жители относятся к нему как к хранителю. Записи об этом древе Гинхо унесли сильным порывом ветра. Не могли бы вы их найти? Они наверняка не покидали территорию деревни. Получить записи у Пугала. Что за Пугало? А, вот это. Пиздец, здесь народу свою куча, ё-моё. Может, тут одежда недостаточно прав. Так, ну, здесь где-то запись стоит.
Это так сложно эти записи получать вообще, вообще. Так. Первоначально дерево... А, получили. Росло огромное дерево гинго, которому сотни лет. Его толстый ствол не мог... Не могли охватить даже 5 человек, взявшиеся за руки. Раскинувшиеся, как крыша, ветки летом давали прохладную тень, а осенью удовольствие от золотых листьев. Окей. Так, еще два. Так, однако, несколько десятилетий назад, во время вторжения в Бичон, империя Нефриоксов, деревня долины Гинго была пограничной зоной и не смогла избежать их атаки. Тогда, во время схватки, огромное дерево Гинго сгорело. Ясно. Так, что тут еще? Вернуть записи, получить записи у пугала. Можно улучшить навык. Окей. Окей. А мне не хватает чего? Подожди, а что? А, вот, вот это. А для открытия мне тоже не хватает. Да. А, вот этот. Применить. Усиление. Все, вот, разобрались. Так, получили еще одну эту часть книги. После победы Бичона над империей Нефроксов жители деревни срезали верхушку дерева, чтобы спасти его, и повязали веревочки с желаниями и стали молиться божественному дракону, прося опеки. Возможно, именно благодаря их стараниям дерево Гинго недавно начало заново расти, но очень медленно. Окей. Так, а что мне там за бухлицо дали такое, а? Где это все зелье? Переворотное какое-то дали. Не вижу. Ладно. О, так вы нашли все записи. Это дерево Гинго значит намного больше, чем просто дерево-хранитель. Оно как символ надежды, ведь дерево пережило даже мощное вторжение нефриоксов. Ой, что-то я разболтался, отличная работа, и спасибо за помощь. Это что такое? Масло благословения, материал благословения, оружие, предмет, созданный при помощи концентрации всех вещей, напоминающих об удаче, увеличивает значение удачи оружия, чем выше. А, я понял. Ясно.
Так, что там у нас дальше? Побочные миссии выполнены. А техники получить задание. Ой, сколько здесь всего. Давайте, наверное, выполнять все потихоньку. Получить задание, а техники уметь. Окей. Как приятно видеть вас, что вы так старательно занимаетесь своими приключениями. Битвы это, конечно, тоже хорошо. Но также вам будет полезно узнать про техники умельца. Хотите узнать больше? Ну, давай. Что, все? Нажал. Развитие. Техника умельца. А, крафтить типа можно. Ковка, добыча. Усиление. Давайте на усиление. Подмастерье. Благословение. Энды. А что это? Эффект уровня владельца. И шо? Ну, я понял. Ладно. Мандала. Мандала. Так, вверх. А что мигает вниз? Вверх. Ничего не понимаю. Зачарование подмастерья. Ладно, ясно. Техника умельца, мандала. А что это? Мандала. Мандала, шмандала. Активация. У меня не хватает, да? А. Еще не активно. А что? А, вот сюда надо. Окей. Все? Надеюсь, эти знания будут вам полезны. Окей. Получить задание. А вы знали, что вы можете лично создавать необходимое снаряжение и другие принадлежности? Нет? Если интересно, могу рассказать подробнее. Давай. Ковка. Нажмите отделка. Необходимый уровень. Алхимия. А, у меня не хватает. У меня всего не хватает. Создание, ясно. Ясно. Если будете развивать навыки создания, в будущем это вам очень поможет. Окей. Получить задание о журнале приключений. Давай. Так, нажмите. Зарегистрировать божество артефакт древней идеи. Окей. Приключения. Предмет. Регистрация. Все? И что это мне дало? Зарегистрировать. Это задание не поддерживает автовыполнение. Зарегистрировать божеств. Артефакты древней долины Гинхо. Ничего не понял. Это что такое? Антидемон, камень темной луны. Окей. Бичон. Это помпушок. Так. Достижение. Получить. Ничего себе, 100 тысяч. Да. О, мы можем навык пойти купить. Слушайте. Бой. Получить все, давай. Ёшкин, у нас же деньги есть. Миллионеры, все. Особое. Здесь ничего нет пока. Здесь тоже ничего нет. Здесь титул. О титуле. А, меткость плюс 5. Неопытный. Так, а здесь что? Бичон. Долин. Это что такое? Перейти, староста. Это что? Ладно, я что-то пока ничего не понял, что здесь. Ну ладно.
Гора, необходимо билет призыва помощника. Получить предмет. Окей. Нового помощника получили. Удерживайте для просмотра помощника. Вредная фасолина. Надо пойти прокачиваться, короче, этот там тайные земли перейти, руководство по развитию, ну, пополнение времени, сбрасывается каждый, а что это? Coming soon. А у меня есть что? Хватает? И что это? Камень пополнения печати, пополнение подземелья, давай. Время подземелья, а что? Ничего не понял. Перейти 10 тысяч стоит. Это что такое? Ага. Ход. Ну давай. Поехали. Все, пошла прокачка. Я не понимаю, а мне опыт, а даю за них опыт, да. А может пойти надо купить? У меня все-таки деньги уже поднакопилось. А? Мне кажется, за них мало как-то опыта дают. Можно, я думаю, надо сходить в деревню. В деревню. Купить навык. Или в город там, куда там. Купить навык. Можно благословить оружие. Давай. Через рубец Е. А что значит Е? Шелковый меч. А что он делает? Тысяча стоит темной стали. А оно мне надо? Давайте, мало ли. Благословим так убить. Так. Она же у меня не мечом вроде делает. Или мечом? Не, мечом. Можно благословить. Да я уже сделал. Так. Что это? Удалить. А. Ага. Ага.
как-то мало опыта, мне кажется, дают. Может сходить к этим? К Нефарихоксам этим. Нефарихоксам. Но сначала надо, да, я же забыл, надо же навык пойти прокачать. Да. Для того, чтобы качать навык, нам надо идти в ход заброшенный рудник. Да куда, жители, заброшенный рудник, карта мира. Бичон пошли. Дворец бичоном. Поехали. Так, где там прокачка у нас? Это внизу. Там у нас какой-то... Че подарок, че что там видите? Надо пойти посмотреть. Так, это что тут такое у нас? А, подарок. Нитр пупор порядок. Окей. А что дает? А что дают? А, это закрыто, окей. Подарить. Курильница культа демона быка. А что мне с ней делать? Расположены жители зоны. Окей. Я подарил тебе или что? А, ну да. Все? Угу. Так, хорошо. Задание можно взять. Так, подожди. А, навык нужно, навык. Так, у тебя магазин навыков. Тайный том тайного мастерства меча. Тайный том призыва на шал. Пылающего кулака. Навык. А что это? Это я могу... Это магия, типа? А что он делает? Какого? Брать, не брать, не знаю. 800. Цена покупки 500 тысяч. Давай возьмем. Я смогу с ним что-то сделать. Продать можно за 800. Типа 500 тысяч стоит, за 800 продай. Круто. Подарок, а тебе подарков нет. Все, я все отдал. Так, можно улучшить навык, окей. Открыть навык я могу. А что мне надо для этого? У вас нет книги навыка. Угу. Так, давайте улучшать тогда. А это что у нас? Огненный шар, фаербол. Так, урон магии. Вот молния хорошая. Усиляем. Так, что у нас там еще есть? А. Сейчас. Снаряжение. Помощник у меня здесь новый появился. А вот. Вот этого давай поставим. Мощь добавляет. Разрушение, число ячеек сумки плюс 2. Угу. Задание, кодекс. Смена награды. Рейд опасный демон. Так, а что там синий не горит у этого? Там задание какое-то. Задание. Очень вкусное блюдо. И... Всё? Подарок. Окей. Что, типа все? Не?
Если ваша душа пуста, заполните ее людьми. В таверне для вас готовы новые знакомства. Таверна. Аж вон у меня синим отображается. Победить орду жалящих пауков. Поехали. А! Это мы сейчас быстро. Шо?